Современная Зорница. На территории военной академии состоялось открытие патриотической игры «Сокол Джура». Там была и наша съемочная группа. Для обучения и воспитания молодого поколения лучшего способа, чем Зорница, не придумать, уверены организаторы. В Одессе начался второй областной этап военно-патриотической игры «Сокол Джура». Она пройдет с 13 по 15 мая. Цей клуб «Джура» уже готує молодих вихователів для шкіл. Ми працюємо з педагогічними коледжами і інститутами для того, щоб, розумієте, це не гра, це не гратися, а це система виховання. Система виховання молодого українця, достойного громадянина України. Название игры связано с историей. Джурами называли юных казачат, которые были оруженосцами опытных казаков. Воспитывали их в строгости, часто устраивая испытания. Такую же школу проходят юные патриоты из Одессы и области. Им от 7 до 18 лет. Всеукраинская игра «Джура» – общегосударственная система патриотического воспитания, которая проходит во всех учебных заведениях Одесской области на протяжении всего года. Ця «Джура»-игра складывается в несколько этапов. Сначала идет шкільний этап, потом районные, міські этапы, далее областный этап, и уже на завершающем этапе будет всеукраинский этап, где будут змагаться лучшие команды школ и учебных заклад, других типов. Школьники должны продемонстрировать свои знания и умения в строевой и огневой подготовке, преодолевать полосу препятствий, оказывать первую медицинскую помощь, а также знать историю и традиции украинского народа. Для нас это большая честь поехать представлять наш район. Мы тренировались, ну, почти каждый день, мы маршировали, мы слушали нашего учителя, старались слышать все, что она говорит, каждое слово. Больше всего мне нравится строевая подготовка. Мы очень четко маршируем, нас многому учат. Еще очень интересная медико-санитарная помощь, так как это пригодится в жизни в любой момент. Это военно-спортивная игра, в которой мы представляем наши способности, показываем, на что мы способны и защищаем нашу область. В этом году в игре принимают участие 15 лучших команд из Одессы и области. В первый день на территории военной академии были стрельбища и строевая подготовка. Країна знаходиться в дуже тяжкому становищі, що країні потрібен захист, що як ніколи потрібно виховувати почуття єдності, територіальної цілісності в державі. І саме з такого віку потрібно це робити. Первую такую военно-патриотическую игру провели еще в 2008 году. Организаторы уверены, что такие зорницы воспитывают настоящих казаков-рыцарей. Ирина Стрепко, Алексей Барановский, 7 канал.